Хотите попасть на телеэкраны? Мы даем вам такую возможность. ТВ и Восточный экспресс продолжают проект «Лица». Объявлен кастинг, и мы принимаем заявки. И знакомим вас с участниками. Екатерине Назаровой из Челябинска 23 года, и у нее 3 высших образования. Девушка готова вести новости или развлекательные программы. Я могу хорошо подавать информацию и правильно ставить акценты. Поэтому вести ли новости, преподнося информацию до наших телезрителей, или спрашивать и быть журналистом и общаться с публикой, решать уже вам. Мой творческий опыт позволяет мне хорошо чувствовать себя с камерой, потому что я становилась фотомоделью Урала, победительницей этого конкурса, а также выигрывала различные международные соревнования и становилась вице-чемпионкой России по танцам.